От Калининграда до Владивостока проходит самый масштабный гастрономический фестиваль в мире. 7-й российский ресторанный фестиваль открылся до 10 октября. В проекте участвуют 800 ресторанов из 55 городов страны. В этом году организаторы впервые решили сделать масштабную параллельную программу. Так, в Московском кинотеатре «Художественный» с 28 сентября по 2 октября пройдет кинофестиваль. Там покажут знаковое кино о еде и напитках на широком экране. В «Кинопоиске» состоится онлайн-фестиваль фильмов, посвященных гастрономии, а также любимых фильмов шеф-поваров. В «Яндекс.Музыке» появятся самые интересные плейлисты ресторанов со всей страны. А для всех, кто планирует гастрономическое путешествие по России, созданы специальные цены на проживание в лучших отелях. Весь список мест указан на сайте фестиваля. Хороших вам новостей!